Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, смотрите продолжение партии за Римскую империю. Сделаем Римскую империю великой снова в Old World, в древнем мире. Подробности в первой серии, ссылка на нее в прикрепленном комментарии, там точнее на весь плейлист вообще. Переходите, смотрите. Сетевая партия, между прочим, против меня живые люди. Проверяем, как сетевой код в Old World работает. Ну и вообще, мне кажется, из последних новинок Old World одна из лучших глобальных стратегий. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Римское язычество. А вот составной лук, да? Идем туда. Тут долго берема строится. Еще у меня, кстати, набег пришел с той стороны, где больше всех было войск, а не там, где меньше. Да, тут гарнизон нужен. Игра предлагает здесь строить, но я хочу вот тут на месте этого леса. Любительница природы. Принцесса Аврелия. Всем лесопилкам и пастбищам, всем рудникам и каменоломням. Наверное, все-таки лучше к пастбищам. Потому что у нас, ну, мне кажется, мне и камня, и железа достаточно. А вот пастбища дают рост городов. Так, образование доступно для всех без ограничений. Нет, наверное, все-таки давайте с семьями улучшать отношения. Населениями, по-моему, достаточно. Да, кстати, давайте так, во-первых, благовоние Картугу отправим. Вот, а во-вторых, да блин, фиг ли тут нифига не видно. О, еще руинка. Так, плюс 2 легитимности. Нет, плюс 2 легитимности возьмем. И оставшиеся приказы мы потратим на добавление генералов. Закончить ход. Но следующим ходом берема мы уже встанем на якорь и сможем перебрасывать юниты. Вообще мне нужен еще, значит, поселенец. Получается. Видите, не перебрасывается следующим ходом. Я бы еще берему сделал. Я бы даже сказал, тут много берем надо.
Так. Потихоньку каменоломни. Кстати, можно уже накопить на какое-нибудь чудо. Попробовать его построить. Вавилон тоже налет был, да? Да, ну, я говорю, повезло, что с той стороны, где все войска были. А, они со стороны грека, получается. Ну, тут, мне кажется, мы с Вавилоном... Ну, точно, я точно эти два города буду забирать, я думаю, Вавилон точно этот город. То есть, видите, проблема у грека... Меня вообще слышно? Угу. Да. Да, мы тебя услышали. А где у нас вообще римское язычество основалось? В Аквилее. А я могу? У вас есть? Нет, оно само этими священниками никак не послать. Так, у нас еще два приказа. Может, что-то... Может, собрать войска сделать? Давайте. Наместник Рима погиб. Попала в плен, да, но умудрилась сплотить вокруг себя целую группу других пленников. Так, такие, как она, нужны при дворе, да. Получаем генерала. Так, и в Риме новый наместник. Ну и эту я лучше генералом посажу. Так, приходится двигать корабль, где-то вот сюда надо ставить. Так, может здесь поселенцы как раз 4 хода. Ничего не буду. Ничего брать. Конечно, вот плохо, что я вперед выдвинул стреляющие юниты. Они слабенькие, их могут тут завалить. Зависит от того, сколько тут юнитов у данов. Но я думаю, что у него тут много их. Но зато тут у нас будут жемчуг, красители. Это все нужно для Фабиев красители. Жемчуг для Юлиев требуется. Железо, мрамор. То есть это остров крутой. Я, правда, не верю, что это остров, скорее всего, он так вот продлевает, скорее, полуостров вот отсюда, от Египта идущий.
Так, а у нас кроме данов еще какие-нибудь племена остались? Фракийцы есть вроде, но медийцы, если вы их не заубили. Мы не фракийцев, я лично ни фракийцев, ни медийцев не встречал. Вандалы еще остались. Вандалы, да, еще есть. Да, еще прилично. Я встречал только данов, скифов и галов. Скоро фракийцев встретишь. Галов мы вынесли с Египтом, скифов, наверное, кто-то из вас вынес. Я. Так, ну что тут даны сделают? Так, нормально, нормально. Около Аквилеи. Пудахепа умерла? Нет. Она тоже долго прожила. Личные качества распутное, божественное. Так, около Аквилеи. Интересная комбинация. Блин, жопа. Это Гелиокабал. Мечников ввести. Вопрос, как, куда они нападать, интересно, будут. Давайте этого сюда поставим. А этого сюда, а потом будем разбираться. Так, здесь у нас... Убиваем. Крит прошел. Блин, а чё он не на якоре? Я ж ставил, я не понимаю, тут иногда что-то с нажиманием кнопок такое ощущение. Надо нового. Блин, все какие-то так себе. Ладно, давайте эту поставим. Ставки на спорт делать не буду. Зороастризм. Ладно, пускай. Пострадавшим от вулкана денежки даем. О, смотрите, поломали. Блин. У нас построить мавзолей, контролировать 6... Вот, 6 архивов, кстати, вполне нормальная амбиция. Так, домик надо. Да, это все-таки остров, и очень круто расположенный, и с кучей ресурсов крутых. В общем-то, дальше после этого мы на Грека пойдем, я так думаю. Хотя он уже построил юниты. Он юниты построил, но я сейчас буду просто клепать в Риме. Плюс еще лучников апнем. Да, все разграбили нахрен. Пускай мудрый будет. Тактик. Ферранда погибла. С
пускай патриарх. Блин, забавно, что строишь, когда корабль, не знаешь, с какой стороны он появится. Он может появиться не там, где тебе нужно. Вообще на другом берегу и все. Ну и бесплатные тоже, когда тебя дают, хрен поймешь, куда оно всунется тебе. Ну да, да. Ну, я думаю, что нам нет смысла сюда уже перебираться, потому что мы там сейчас закончим. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись, можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Да, тут больно. Все еще не хватает приказов. У всех по три развитых города, кроме Египта. Что-то Египет у тебя с культурой плоховато все. Ну тут надо достроить, а потом уже чинить. Я успею. Просто если я прекращу строительство, то, ну, собственно, весь прогресс уйдет. Поэтому надо достраивать сначала. Тут варвары тоже больно всякое понаделают. Слушайте, а когда рабочие ранены, они дольше строят улучшения, да? Да. На один ход там или как? Вроде да. Интересно, если воины ранены, они потребляют больше ресурсов или нет? Не замечали? Но воины нет. Вроде за пределами своей территории больше потребляют, вроде да. Так. О, иудаизм, так я сейчас христианство тогда. Мне 12 граждан надо. Еще одного гражданина надо сделать. Ну это, я так понимаю, имеется в виду специалисты. Именно специалистов надо еще одного. Отметим победу. Тут стоим. Или может надо бежать помогать? Да, мнение Юлиев важно повысить. Ну вот, уже в плюс вышли.
Ну, чё он не двигается? Кстати, минус 10 к здоровью в болоте будет. А здесь я еще домик могу поставить в кордубе. Получается. Блин, суровые налеты варваров, конечно. И они еще по моим, по одним из самых развитых городов бьют. Что очень неприятно. Так, смотрим, что сейчас будут варвары эти делать. Что, минус мечник? Е, видите, христианство основано. Так. Фаланга, колесо со спицами, сталь надо изучать. Так, ну тут надо точно отступать, иначе хана. Римское христианство. А где он реально? А, вот тут основался. Так, и это будет чей город? У нас три этих, ну, видимо, Юлиев. Проповедовать открыто. Я бы вообще, конечно, в христиан. Ну, надо его распространить сначала. Так, и сделать придворным. Бесплатный закон философия. Плюс один. О, да. Давайте философию. Нет, плюс. Солдаты возьмем. А, христиан, нет, надо. Ну, Савл, если кто не в курсе истории, это апостол Павел будущий. Так что пока его. Я вот не помню, надо, наверное, в солдаты надо его пока этого мечника вроде убить, а там уже и лучники подтянутся. И апаемся в лучников, апаемся в топорщиков и разворачиваемся в сторону Греции, наверное. Так, ну тут надо последователей христианства делать, распространять религию.
Аврелия злопамятная, блин. Интриган или фанатик? Ну, это хотя бы мудрый. Сервилий младший, так что его возьмем. Тут что-то тормозить меня дико начинает. То есть нападано. То есть видите, здесь у меня 50 FPS. Сюда переходим. Падает до 20. Ну вот тут, не знаю, Катя, может быть, вам не записывает. Просто вам говорю, и вот, наверное, даже чувствуете, что немножко там притормаживать начинает почему-то. Так, христианство. Ну, у меня пока плохие отношения с христианством, но я буду его распространять, у нас улучшится. Не, он убьет иначе. Вылечусь. Давайте гениального математика. Дополнительная муштра, я думаю, нам нафиг нужен. Нужна, вот бесплатный гастат возьмем. А где у нас третий домик? А, вот он уже, да. Так, ладно. Охотится до последнего вздоха. Умиротворим. Так, и в Аремине, по-моему, раскол, да? Да, вот это подавить надо будет. Только все-таки я сначала последователя христианства сделаю. А, тут нельзя, тут еще. Ладно, тогда каменоломню. Там нету двух городских этих районов.
Я, слушайте, давайте я лучше приказы на ап юнитов потрачу. Так, вот этот. И вот этот. И потом мечников надо. Мечников, один прачник еще. И в Риме я лучников строю. В Риме по очереди лучник, топорщик, лучник, топорщик. Эти, кавалерия тоже нужна, но я ее еще не открыл. У меня кавалерия просто еще не открыта. Кстати, все примерно ровно идут, только вот хетты немножко вперед вырываются. Ты по науке, да? Да. Я думал, наоборот, отстают. И по очкам вон тоже, и по амбициям. Ну, по амбициям у нас одинаково. Ну, да. Одинаково на первом месте. Но у тебя 5 уже. Блин, а тут надо ремонтировать идти. Ладно, мы вот этим надо, главное, не забыть, что тут, блин, 4 хода нет. Надо сейчас идти. Да, отменить амфитеатр. Иначе сломано будет все. Так, у нас благовоние и лаванда. Есть лишние. Я думаю, в картобу что-то. И в Рим, наверное. А, тут уже есть благовоние. Блин. Тогда Флоренцию. Судья. Вывести на поле 8 генералов. Блин, это сложновато будет. Пока не буду. Так, давайте, наверное, собрать войска проведем. Мне что-то кажется, что тут еще... А, нет, все, конец уже. Да. Тут уже точно конец. Так. 8 городов Египет, 6 Греция, 9 я, 6 Вавилон, 7 хетты. Ну, у меня точно больше некуда уже селиться. Это уже 100%.
это вопрос. Так, Египет слабее. Грек и Вавилон аналогично. Знаете, командира. Ну ладно, наверное, пускай прощена. Так, бесплатный лучник. Я думаю, нет. Нам лучше монастырь. И королева у нас, наверное, мудрая будет. Слушайте, чат тут есть? Что это было? Кто-то это заметил? Шиза. Так. Ладно, надо реально глянуть, какие еще чудеса свободны. 1200 камня. Мавзолей. Все города плюс 40% культуры. Кстати, прикольно. Акрополь, все города. О! Я бы вот Акрополь построил. Да, надо Акрополь попробовать. 1200 камня. Так, лаванда есть в Рим. Thank you.
один ход до гражданина. Пожалуй, совет проведем. Блин, когда там у нас... Вот тут я хочу распространить вот сюда сразу религию, и тут начать тоже миссионера делать. А почему его нету? Не понял. А, наверное, должна быть государственной религией. Точно. Да, христианство в Аквилее распространяется. Кстати, тоже круто. В Аквилее очень быстро строятся последователи. Так, железо заканчивается. Тогда давайте рудники строить. Успел. Заканчивается железо, потому что юнитов уже много. Это на содержание тратится. Так что надо... Наместник погиб. Минус муштражопа. Зато все остальное круто. Но тут не сильно минус муштра. Да, вообще на ход меньше стал строиться. Да, точнее, на ход дольше стал строиться, блин. Сразу с красителей начнем. А, подожди, это крабы? Блин, или красители? Красители? А почему там крабы было написано? Обманули. Thank you.
Так, что-то мне начинает слишком много приказов оставаться. Во-первых, можно крепостное право, наверное, отменить. Надо вот тут монастырь делать, а тут какой-то еще... Еще городской район, чтобы сюда можно было храм поставить. Тут у нас монастырь, храм спокойно ставится. Монастырь, наверное, сюда. Потом храм сюда. Просто будем клетки выкупать у Аквилеи. Ваш сын третий в очереди. Богохульник. Паланга. Суверенитет. Наверное, фалангу лучше пойдем. А что у нас тут открылось? Единобожие или многобожие? Единобожие, я думаю. Еще лаванда появилась. Только мертвые вдоль дорог с косами стоят. Мне прям как кстати. Я думаю, надо следующим ходом уже нападать. Событие подфартило со сменой моего типа. Чтоб можно было взять приемных детей. Это уже, блин... 40 лет и вообще нет никаких, ни одного, короче. Ну, понятно. А в игре у тебя что происходит? Это да. Блин, да еще одно событие на еще одно усыновление. Капец. Давайте, наверное, строителем пускай будет. Так, и нам бы... Наверное, у нас уже нету генералов больше. Да. Ну, вот этого можно повысить. Сейчас у вас муштры дофига. Из города, а это на город. Еще он в лесу стоит, конечно.
Вавилон, а ты кумы случайно забрать не хочешь? А мы уже начали, так сказать, распиливание. Ну, не начали, но я вижу тут наш небольшой такой экспедиционный корпус в юнитов 10 рядом со мной. Короче, понятно, с какой стороны было. На этом пока все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже в плейлисте этого прохождения. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.